Наталья Ключникова сама проживает в 12-м микрорайоне. Ей близки заботы и чаяния жителей своего микрорайона. Более 30 лет она возглавляет домовой комитет и знает, в каком доме пора ремонтировать кровлю или обновить тротуар перед подъездом. К тому же почти 40 лет Наталья Михайловна работает диспетчером предприятия «Коммунальщик». Именно ее кандидатуру в этом году рассмотрели в администрации города-курорта на должность координатора деятельности ТОСов. Город условно разбит на 5 округов, восточный – в видении Натальи Ключниковой. Где какие-то мероприятия, я тут же всех обзваниваю, или какие-то списки, вот нужно бы, мы к 70-летию освобождения Анапы готовили списки участников войны, ветеранов собирали, сейчас готовимся к новогодним праздникам, сейчас детские это списки собираем, это все работа девочки старших по домам, председателей ТОСов. И вся информация стекается ко мне, а я всю эту информацию уже доношу туда, в администрацию. Неравнодушным человеком, который относится к любому делу и поручению не формально, а с душой и полной отдачей, Наталью Михайловну считают и организаторы общественной работы. Со всей ответственностью могу сказать, что жителям 12-го микрорайона очень повезло с таким председателем ОТОС. Она очень энергичная, ответственная, неугомонная. Это очень важно в этой работе. Человек, которому абсолютно до всего есть дело. Таких удивительно мало. В этом году депутат по избирательному округу номер 7 Игорь Филимонов выбрал Наталью Ключникову своим помощником. Человек она интересный, неоднозначный, активный. Поэтому в этом году и было принято решение. С учетом того, что она большой вклад вносит в общественную жизнь городскую, назначить ее своим помощником. Я думаю, что наша работа на благо города будет плодотворной. Наталья Ключникова побеждала в конкурсе «Лучший диспетчер Краснодарского края». 27-й Анапский квартальный комитет, который она возглавляет, получил звание «Лучший АТОС Кубани». Председатель ЗСК Владимир Бекетов выразил благодарность за работу этих важных общественных организаций. Территориальное общественное самоуправление – это благоустройство, содержание жилищного фонда, озеленение, необходимая людям работа. Мы ее избрали координатором нашего 12-го микрорайона. Сразу даже чувствуется изменение в лучшую сторону. Во-первых, она следит за порядком и нас призывает к этому порядку, чтобы мы следили за порядком. У нас микрорайон намного лучше стал. Под ее началом, руководством проходят все у нас мероприятия в микрорайоне. Все субботники, все вот эти поздравления. На данный момент, значит, вот она добилась у руководства, ремонтируется у нас. Тротуарная плитка прокладывается новая возле школы, 4-й школы, как будто возле детского садика. Вот. Короче, все, что у нас проходит здесь в микрорайоне, благодаря Наташе. Наталье Михайловне Ключниковой исполняется 60, но отдыхать на диване у телевизора не ее удел. Я коренной житель Анапы. Естественно, тут и детвора мои, и внуки все здесь прожили. Естественно, хочется, чтобы город, детский курорт выглядел хорошо. И девиз мой, старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа регион.